Ирина Петровна, вы опять заблуждаетесь и пытаетесь перевести все, как говорится, ваши доводы на меня. Не я требую, а я прошу, уже прошу и требую суда. Предоставлены документы. Не все. Документы об образовании, о дееспособности. Вы слышали все пункты? Согласно законодательству. Что вы смеетесь? Да не смешно, во-первых. Законодательство. Все по закону. Какому законодательству? Я вам только что все нормы зачитал. Вы слышали, нет? Так вы их просите признать такие действия незаконными. Вы просите, к сожалению, другие действия признать незаконными. Все по закону. Какое законодательство? Почему вы ожидаете из прокуратуры КМАО, когда я вам напрямую отправил через сайт? Так вы докажите, что вы отправили. Вы не предоставили ни одного доказательства. Так у вас сайт не выдает айтишники и отправки. Как я докажу? А я как докажу то, что вы говорите, что вы отправили? Ну, замечательно. Вот и я также даю, замечательно. Хорошо. У вас нет доказательства, а вы говорите о том, чего у вас нет. Хорошо. И пытаетесь со своей головы больной на здоровую, да? Вы сейчас что, меня оскорбляете? Вы назвали, что мне сказали, что у меня болит голова? Я не назвала голова больная. Вы говорите с больной головой. Правильно? Это такая поговорка русская. Ко мне не относится? Я еще раз говорю, это поговорка русская. Я еще раз повторяю вопрос. Ко мне это относится? Я не отвечаю на ваши вопросы. Я еще раз говорю вам, что поступило обращение. Вы что от меня хотите? Я вам сказала, к нам это обращение поступило когда-то в прокуратуру округа. Я говорю вам о том, вы дайте доказательства того, что вы нам в прокуратуру города ее отправили. Вы говорите, у меня нет доказательств. А чего вы тогда от меня хотите? Что я должна, почему? Где я ее возьму? Ваше обращение, вашу жалобу, поступившую до того, как она пришла в прокуратуру округа. Сегодня далее интересует дело постановление об отказе от утренней жалобы, а затем дошло с 2015 года округа города Калмыкия. Она же участвовала в заседании, когда меня прям в психушке судили, пытались посадить меня в психушке. Она выступала со стороны прокуратуры. Какой прокурор, какой у нее диплом, какая у нее квалификация? Диплом не предоставила. Справку о дееспособности не предоставил. Господин Чех выносил, даже не убедившись в моем суде, кто ответит. Не господин. Когда полностью... Какой господин? Он ведет себя как господин, вы понимаете? Он ведет себя как господин, посмотрите. Уже командировочный там, да? Ирина Петровна, вам же плачется вот это время, что вы на суде находитесь? Из бюджета? А? Она здешний прокурор, какие командировочные? Ну как, внеурочное рабочее время. Конечно. На суде нету. Нет, если нормированный график, то это внеурочное время. А если не нормированный, то тут это, в любое время, как понадобится.
У вас нормированный график? Нет? Не нормированный? Я все это знаю. И что, он за вредность даже доплачет? А почему? Да? Выходит, мы все вредные тут, да? Ничего страшного. Мы и повторно подадим иски. И третий раз. Я свои дела возобновлю. Да. А народ еще посмотрит, как у нас это все получается. Тоже пойдет в суд. А после, через 10 дней, через 13 точнее, генерального прокурора в суд вызовем здесь же, в Сургуте. Обязательно приедем. Да? Вы его будете представлять? Обязательно. Да? Ну, замечательно. Представляете, какая честь для вас будет оказана? Вы будете представлять генерального прокурора. Мы отдуваться за него, соответственно. Все, все по закону. Какой законодательство? Я вам только что все нормы зачитал. Вы слушали меня? Улыбались. Какой законодательство?